Есть еще честные люди в жизни. Вернули мне кошелек. Ну что вы, на моем месте так поступил бы каждый. А? Пап, пойдем домой, а? Владик, угомонись. Ты в гостях веди себя сдержанней. Иннокентий, мне было бы спокойнее, если бы вы убедились, что там ничего не пропало. А я тебе, Витя, скажу, что пропало. Пропало наше доверие к людям. Да. Мы во всем ищем подвоха. Да. А где те добрые времена, когда мы доверяли друг другу? Владик, этот человек отнесся к нам с добротой, пустил в свой дом. Ты должен признаться. Папа, хватит! Я предлагаю выпить за честность. Давайте. Племяш, нужно признать, веселуха закончилась. Кошелек у соседа, так что можно уже рассказывать. Эй, человек коллекционный коньяк за честность поднимает. Я не поддержать не могу. Папа, что? Ты меня проси, я должен был сразу сказать. В общем... Что? Собачья? Ну, в смысле, жизнь у нас с вами собачья, раз мы не доверяем друг другу. Ну, правильно говоришь, сосед. Все, нам пора. Так, подожди, ты что, обиделся, что я не заглянул в кошелек? Ты что, сомневаешься, что я тебе верю? Нет, вы же сами сказали, нужно доверять друг другу. Правильно. Смотрите, какой у меня честный сосед. Ой, не стоит. Сезам, откройся! Ну что, следующий тост за Витю. За Витю, думаю, не чокаясь.